Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Шуша». Приятного просмотра. Сюжетная линия сериала. Главная героиня – эксперт-криминалист Александра Ладынина, которая живет ради любимой работы и верит только фактам. Шуша считает, что главное в жизни – логика, внимательность, аккуратность и верно просчитанный жизненный алгоритм. В свои 35 лет она не завела семьи и по-прежнему категорически против каких-либо отношений. Девушка убеждена, что они притупляют остроту ума, внимательность и вообще отвлекают. Шуша живет своей работой и любому романтическому свиданию предпочтет прогулку по месту преступления. Но ее отлаженная жизнь в медицинских перчатках переворачивается в тот момент, когда в их отдел переводится майор полиции Илья Власов, давний знакомый Шуши. Седьмая серия. Шуша продолжает свое расследование и замечает, что за ней следят. Тем временем группа Власова расследует убийство владелицы фитнес-клуба Демидовой. Кто-то задушил ее штангой во время тренировки. Отпечатков на орудии убийства нет, их злоумышленник стер. Но Ладыниной все-таки удается найти необычные следы, слезы убийцы, оставленные на полотенце. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.